В Музее истории и культуры Малаховки прошло очередное заседание общества краеведов. Подробнее в нашем сюжете. Их мало, но работу, которую они проделывают, огромна. Благодаря обществу краеведов находятся имена основателей, жителей и гостей Малаховки, которые раньше считались утерянными. Некоторые даже вон церковные книги поднимают, чтобы найти каким-то образом, зацепиться за ниточку, а потом откопать вот эти вот данные, фамилии, имя, отчество людей, которые здесь, как говорится, отдыхали, творили и так далее. Найденную информацию они описывают в книгах, размещают в газетах и показывают по телевидению, чтобы как можно больше людей помнили о своих корнях и знали историю малой родины. У нас тут отдыхал и Ворошилов, и Горький у нас тут был, и Чехов у нас тут был. Но это из дачников, которые оставили, как говорится, свой вклад. Должна быть преемственность между теми, кто был и кто есть. И мы стараемся обо всех вот коротко рассказывать населению. Всех желающих прикоснуться к истории они ждут на своих заседаниях в музее Малаховки. Они проходят раз в 2 месяца. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.